Красноярский аэропорт ждет своего инвестора. Правительство края объявило сбор предложений по строительству будущего авиахаба. Собственными силами воплотить проект регион не может, поэтому рабочая группа готова рассмотреть все возможные варианты. Срок подачи заявок – месяц. Интересных, а главное выгодных для края проектов ждут как от российских, так и зарубежных компаний, в том числе и банков. Не отказываются и от проекта единственного пока претендента на строительство – группы компаний «Ренова». Хотя многих депутатов законодательного собрания не устраивают условия сотрудничества. Мол, очень маленький пакет акций отойдет краю, всего лишь 25%. А вот претензии депутатов городского совета на ценные бумаги аэропорта краевые власти не поддержали. Если бы город Красноярск, вот поверьте, я давно занимаюсь бюджетом, если бы город Красноярск был донором, а сегодня очень много программ из краевого бюджета, можно было бы на эту тему рассуждать. В городе Красноярске очень много вопросов и благоустройства, и жилья, и инженерной инфраструктуры и так далее. Какие-то средства находить, вытягивать. Кстати, Валерий Семенов подтвердил информацию о своем возможном назначении на должность сенатора в Совете Федерации. Депутат рассказал, что окончательного решения еще не принял. Ему есть что терять. В законодательном собрании он проработал 13 лет. Но если он примет положительное решение, то в крае он будет проводить большую часть времени и останется секретарем регионального отделения партии власти. Кроме этого, Валерий Семенов прокомментировал слухи об уходе в отставку губернатора Льва Кузнецова. 3 числа он будет у нас отчитываться на сессии. Я думаю, и такие вопросы ему будут заданы. На что будут получены ответы вот реальной жизни, то, что есть.